Приветствую вас в Fashion Factory School, школе бизнес-образования в сфере моды. Меня зовут Дьяконова Татьяна, я руководитель образовательных программ Fashion Factory. Перед началом открытой лекции я немного расскажу вам о нашей школе. Школу основала Людмила Нарсоян в 2013 году, и вот уже более 9 лет мы помогаем создавать модные бренды и строить карьеру в модной индустрии. За годы существования школы мы обучили более 10 тысяч студентов, и мы гордимся тем, что у нас учились основатели и сотрудники большинства модных российских марок. Лучше мы будем уже учиться в Fashion Factory, чем на своих ошибках, потому что на своих ошибках дороже выходит. Было страшно. Было страшно, да. Шла в школу Fashion Factory. Точно знаю, что я сделала правильно, и я не устану петь оды Fashion Factory. Это то, что я начала с учебы. Учитесь в Fashion Factory forever. Любовь большая. В школе преподают только эксперты практики. У нас более 250 спикеров. Лекции читают представители таких компаний, как Zoom, Econica, 12 Stories, Austin, Tumut, а также основатели модных российских марок. В данный момент в школе более 20 учебных программ по 4 разным направлениям. Создание собственного модного бренда с нуля, разработка и создание коллекций, модные профессии и продвижение и продажи модного бренда. Если вы хотите создать свой модный бренд с нуля, у нас есть более 10 различных направлений. Например, детская одежда, домашний текстиль, трикотаж, белье и купальники, сумки и аксессуары. Если вы хотите профессионально разобраться с производством коллекции, материалах и управлением ассортиментом, загляните в раздел «Разработка и производство коллекции». Если вы хотите развивать и масштабировать свой модный бизнес, загляните в раздел «Курсов продвижения и продажи». Если вы хотите начать работать с модной индустрией, загляните в наш раздел с профессиями. У нас очень много полезного и бесплатного контента. Следите за нами в соцсетях и подпишитесь, чтобы не упускать важные события и открытые лекции. А сейчас мы начинаем нашу открытую лекцию. Обещаем, будет интересно и полезно. Всем привет, добрый вечер, добро пожаловать на нашу лекцию. Сегодня у нас третий день онлайн-интенсива «Модный бренд с нуля». Надеюсь, что вы все были на предыдущих наших днях и сегодня присоединяетесь к третьему дню. Итак, сегодняшняя лекция у нас посвящена теме того, как развивать продажи через мультибрендовые магазины. И сегодня вы познакомитесь с представителями Trend Island. Меня зовут Лена Ходорова, я буду модератором этой встречи и совсем скоро представлю вам всех участников сегодняшней лекции. Итак, для кого же мы подготовили сегодняшнюю лекцию? Ну, конечно, для всех тех, кто хочет создать свой модный бренд, кто хочет скорректировать что-то в своем бренде, узнать что-то новое, перестать бояться, узнать, конечно же, о том, как выйти в мультибрендовые магазины и вообще в целом узнать побольше о модном рынке сегодняшнем. А, кстати, напишите в комментариях, нас уже достаточно много здесь подключено. Напишите, с какой целью сегодня пришли на лекцию. Возможно, у вас есть свой бренд, какие-то есть вопросы. Возможно, вы пытались выйти в Trend Island, но не получилось. Сегодня есть шанс задать вопросы. Почему? Пишите, обязательно будет интересно знать, какая сегодня с нами аудитория. А пока расскажу, что сегодня вас ждет. Сегодня вы узнаете, какие бренды и ассортимент востребованы у покупателей мультибрендовых магазинов, как байеры выбирают бренды для сотрудничества, как молодому бренду пройти отбор и что нужно бренду для старта продаж на площадке. После основной части я расскажу вам про наш курс Fashion Impulse Pro. Обязательно оставайтесь до конца, потому что после этого мы вернемся к общению со спикерами и ответим на ваши вопросы. В целом, на протяжении всей лекции можете писать вопросы в чат. Он у нас будет здесь. Мы в течение лекции, скорее всего, не посмотрим сразу вопросы, но в конце обязательно к ним вернемся, поэтому не стесняйтесь, пишите. Итак, а тем, кто останется до конца сегодня нашей лекции, мы подготовили бонусы. Это дополнительная скидка 10% на любой курс школы Fashion Factory. А если вы были на предыдущих днях онлайн-интенсива, вчера и позавчера у нас тоже были лекции, то после сегодняшней лекции вы еще получите чек-лист для разработки коллекции, шаблон и шаблон для базового бизнес-плана и ассортиментной матрицы. Этот слайд напоминает о том, чтобы вы написали о себе. Я вижу, что уже нам начали писать информацию о себе. Если вы только присоединились, добро пожаловать. Пишите пару слов о себе в чате, с какой целью пришли на лекцию. Будет очень интересно знать. Ну, а я рада представить вам наших спикеров сегодняшних. Нас сегодня много. С нами сегодня Николай Константинов, генеральный директор универмага Trend Island, Александра Ларина, директор по маркетингу универмага Trend Island, и Аня Дубровина, бренд-директор Fashion Factory School. Добрый вечер всем. Привет, всем хорошего вечера. Ну что, я в целом готова передать слово, Аня, тебе.
Давай, с удовольствием, я уберу у тебя. Да, пока нам переключают как раз. Да, всем еще раз добрый вечер. Ребят, снова еще раз здравствуйте. Очень классно вас сегодня видеть. И наших зрителей, и слушателей тоже. У нас такая сегодня тема классная, она на самом деле совершенно не случайна. Я думаю, что Лена еще потом поподробнее чуть-чуть расскажет, но мы как бы начинаем вообще супер крутой новостью. Мы долго сотрудничаем с брендом Trend Island на нашем курсе «Импульс», и вот как раз с этой осени переводим наше сотрудничество на качественно новый уровень. Мы договорились с ребятами о том, что у наших выпускников нашего курса будет супер уникальная возможность это представить свои коллекции непосредственно в пространстве Trend Island. Уже в октябре мы откроем поп-ап Fashion Factory School, который будет работать месяц, и часть из нашего комьюнити, из выпускников и студентов курсов «Импульс» как раз представить свои коллекции. Я, в общем, была вовлечена в проект, поэтому уже знаю, что идет активная работа по отбору брендов, по подписанию договоров, по утрясанию всякого рода формальностей, поэтому абсолютно уверена, что это будет успех. И при этом я тоже видела, что у молодых брендов, да, которые хотели бы пройти отбор, очень часто было много вопросов, и мы там со своей стороны внутренне уже на них давали, ну, надеюсь, подробные ответы. Но тут решили, так как у нас более широкая аудитория, и совершенно точно мы партнерство наше начинаем, но не прекращаем, и будем его продолжать в том числе уже и в следующем сезоне, весной. Вот, поэтому всех, кто учится и собирается у нас учиться, обязательно будет шанс снова оказаться в Trend Island'е. И решили, в общем, провести этот эфир и эту лекцию и подробнее рассказать все-таки, да, о специфике самого бренда, о Trend Island, о формате, что нужно молодому бренду действительно, чтобы на него обратили внимание байеры Trend Island, какие-то есть, может быть, рецепты успеха и так далее. Вот, в общем, с удовольствием начну. Коль, расскажи, пожалуйста, изначально просто про формат, да, Trend Island, потому что это такой, ну, со своими нюансами, со своими интересными характеристиками. Всем привет. Хороший вопрос, на самом деле. Он такой, знаешь, общий, всегда очень трудно на него отвечать, потому что в инфосреде есть очень много определений этому пространству. Это пространство, open space, комьюнити. По факту это огромная экосистема, которая уже стала легендарной, наверное, в Москве. И стала она, то есть, не просто так, потому что нам удалось объединить к сегодняшнему дню, к сегодняшнему году самых лучших игроков на рынке фэшн в Москве, которые, собственно говоря, поделились своей энергией, и получилась синергия. И вот, наверное, весь наш остров, Island, понятное дело, что это остров, он как раз объединил лучшее. Становится континентом. Становится континентом. Скоро это будет часть света. И мы разрастемся до планетарного масштаба. Вот если брать, наверное, определение какое-то одно, то это экосистема, которая объединяет увлеченных и вовлеченных людей в мир моды, фэшн, которым не все равно, и которые действительно стремятся к высокому качеству во всем, начиная от производства, заканчивая продвижением, маркетингом и так далее. Мы сейчас целимся в этих ребят, которых мы очень-очень и тщательно и кропотливо отбираем. И вот, собственно говоря, подводя к тому, что мы с вами будем сотрудничать, мы надеемся, что и это сотрудничество будет еще одним, скажем так, вкладом в этот наш проект, в экосистему Trend Island. Да, круто. Расскажи про команду. Кто сейчас определяет то, каким мы видим Trend Island? Специалисты. Очень высокого класса. На самом деле у нас есть категорийный менеджер, он же по аренде директор Дмитрий Комов, который обладает огромной насмотренностью. С Дмитрием мы знакомы еще с 2008 года. Мы когда-то очень давно вместе работали в ЦУМе, еще на позициях продавцов-консультантов, и там, скажем так, впитывали... Много карьерных историй тогда Да. На самом деле, после этого мы перешли с Дмитрием в Цветной. Тогда он только открывался, это был 2010 год. После Цветного Дмитрий пошел в свободное плавание, он работал во многих шоурумах, собственно, определял во многом региональные закупки у байеров, рекомендовал, делал подборки, и вот спустя там десятилетия с лишним мы с Дмитрием опять встретились, и я понял, что его опыт, накопленный за это время, очень сейчас пригодится проекту Trend Island. Собственно говоря, я не промахнулся, и за последние 2 года те изменения, которые многие, я думаю, из вас смогли увидеть в Trend Island, во многом благодаря Диме. Я подтверждаю, потому что я живу на Ходынке, и я прям каждый раз, когда приходила, все время менялся Trend Island, и все в лучшую сторону, и не только количественно и по метражу, но и качественно. Ну, мы на самом деле за первое время порядка 36 брендов расторгли и подписали на их место, ну, скажем так, других. И если сравнивать показатели
и количественные, mm-hmm. и финансовые, то это в разы, mm-hmm. конечно же, больше. То есть вы видели изменения внешние, мы вам mm-hmm. можем доложить об изменениях mm-hmm. еще mm-hmm. И коммерческих. Они тоже стали намного интереснее. Mm-hmm. Но мы с вами говорим о периоде после ковидном, да, когда... Это 2022-й, да, и половина 2023-го, который уже позади. То есть, казалось бы, как раз тот момент такой максимальной турбулентности и неопределенности, да, получается, уже, наверное, была некая инерция движения задана, мы как будто бы знали, что это случится. Многие так, то есть к нам подходили, говорят, ребята, вы как будто бы прям предчувствовали, что вот-вот все это с нами произойдет, и мы были готовы на 100% к тому, чтобы взять себя в руки, скажем так, и все те накопленные, тот весь потенциал, который у нас был, выдать в эфир, скажем так, и мы это сделали. Но это, наверное, распространяется и на бренды, с которыми мы начали работать, да? То есть вот Коля говорит, что мы прошли за короткий, на самом деле, срок очень большой путь, да, за 2 года, то есть с конца 2021 года, когда все эти планы только разрабатывались, согласовывались, да, а мы смогли приступить к их реализации в 2022 году, как раз когда в силу событий, которые случились, мы были готовы двигаться дальше и работать с локальными брендами. Но я к чему говорю? К тому, что и так же случилось с брендами. Да? То есть те, которые вот начинали выстраивать свой путь чуть раньше, они смогли достаточно быстро переориентироваться и занять там свободные площади, да, или очень быстро перестроить свои системы благодаря отлаженной операционной системе, благодаря уже тренированным сотрудникам, да, реализовать какие-то более амбициозные планы. Мы это видим, ну, на своем примере, на примере больших брендов, которые сейчас стали таковыми, как Lime, как все бренды Melon Fashion Group и так далее, и так далее. Да, действительно, это, в общем, так случилось прям как круто, что у вас уже была эта энергия, инерция движения задана. А вот как раз, Коль, ты в том числе упоминал, что и у Димы есть опыт и региональных шоумов и так далее. Расскажи, пожалуйста, именно про аудиторию ваших клиентов, потому что, как мне кажется, да, у вас как раз есть блок работ с региональными клиентами в том числе, и с брендами, и со стилистами, и с покупателями, да, насколько вот это... Давай поделюсь, да, история изначально Trend Talent, когда мы его придумывали еще с той командой, с первоначальной в 2016 году, мысль была в чем? Найти ребят, которые производят классный продукт. Мы прекрасно понимали, что многие из них не крупные компании. Мы хорошо осознавали, что путь их становления вместе с нами, это в том числе и наш путь. Потому что без участия универмага в их становление было бы невозможно. Но идея была в том, чтобы покупатель, придя в наш универмаг, видел максимально интересный ассортимент, который возможно достичь вот к этому ручному отбору по всей стране. Безусловно, к нам обращаются не только из Москвы, Санкт-Петербурга, из Екатеринбурга, как многие думают, что все фэшн-столицы — это вот, собственно, вот эти три. На самом деле гораздо больше, и это и Ульяновск, и Казань, и Уфа, и так далее, и Ставрополь, и Ростов-на-Дону. Конечно. Мы вот тут, я посмотрела нашу статистику, увидела, что нас достаточно много ищут и смотрят про нас информацию из Нижнего Новгорода. Я так скажу, обращений на почту к нам приходит порядка 20 в неделю, не все из них прям в этот же день получают ответ. Какие-то, ну, например, кто сейчас нас смотрит, сразу, ребят, простите, пожалуйста, за то, что не всем отвечаем. Я прям вам сейчас, я вам даже сейчас расскажу, почему. Вот посмотрите на нас. Мы вот те люди, которые эти сообщения получают. Вот смотрите, что-то я открываю, например, меня зовут Олег. Да, это в лучшем случае. Сколько стоит арендовать у вас рейл? Ну, как на это ответить? То есть мы понимаем, что нужно сейчас за человека проделать большую работу. Узнать, что это за бренд, есть ли у него лукбук, есть ли у него какая-то матрица, какая ценовая политика, фотография, хоть что-то. Сколько стоит арендовать рейл? Мы на это не отвечаем. Ну, ребят, правда, вот поймите, для того, чтобы написать письмо, на которое получите ответ, ну, хоть чуть-чуть постарайтесь. Вложите немножко души в это. И, безусловно, если это будет интересный какой-то подтекст под этим письмом, который можно туда будет достать, прочитать, то команда это сделает. А я вот ругаю тоже ребят и говорю, вот на нас там часто жалуются, что мы не отвечаем, пожалуйста, да, давайте отвечать всем. Мне говорят, Коль, ну посмотри, как на это ответить. Я здесь соглашусь с Димой, да, и с его командой, потому что иногда хочется какого-то уважения уже к себе, потому что это время, которого, ну, как вы знаете, у нас никогда не хватает для того, чтобы...
все реализовывать качественно, поэтому очень прошу, если обращаетесь к нам на почту, на какие-то ресурсы, то подготовьтесь хотя бы чуть-чуть, да, то есть чтобы мы понимали, кто вы, что вы делаете. Безусловно, это наверняка интересно, но нам бы хотелось об этом чуть-чуть больше узнать на первом этапе, а не на вытаскивая из вас эту информацию в переписке. Вот у нас прям получился уже первый ответ на глобальный вопрос лекции, да, как попасть, как минимум написать о себе такой рассказ, чтобы была понятен сразу перспектива и какие могут быть условия. А можно задам провокационный вопрос? А вот если, например, суперкрутой бренд, глобально он может получить там лучшие условия? У вас как-то это внутри дифференцируется? На каких условиях вы работаете? Это дифференцируется, это правда зависит от того, что это за бренд, кто это, да, то есть кто к нам стучится. Мы взвешиваем много факторов, там известность бренда, его маркетинг, его на рынке вес, то есть его аудитория, кто она, придет ли она к нам, если придет, ну, то есть мы это все понимаем, то есть насколько привлечение этого бренда придаст проекту тех плюсов, о которых он заявляет, например, на старте. Конечно, все это оценивается. И если мы понимаем, что такой бренд есть, он действительно весомый для нас, мы идем на условия определенные, то есть мы начинаем согласовывать метры, цифры и так далее. Конечно, если бренд ноунейм хочет встать к нам, мы видим потенциал, видим то, что действительно есть производственные мощности, мы предлагаем базовые условия, скорее всего, будем то есть наставить, потому что это риски для нас, так как мы отдаем метры. Одно дело, когда ты онлайн, то есть marketplace, он бездонный, по сути, да, когда ты офлайн, у тебя метры, которые ты отдаешь, и ты рискуешь. Когда ты знаешь, что бренд встанет, он приведет трафик, и с первого дня он будет показывать определенный показатель, рисков меньше, здесь мы можем идти на какие-то, конечно, компромиссы по коммерции. Ну вот на самом деле сейчас обязательно вернемся к различным форматам сотрудничества, которые есть в универмаге. Просто как раз Коль сказал про трафик. Вот хочу тоже обратить внимание, какие-то да, основные показатели. На данный момент Trend Island — это уже пространство 14 тысяч метров квадратных. И это, наверное, не финальный какой. Есть проекты, которые принимают 9 тысяч человек в будни, 13 тысяч человек в выходные. И, в общем, я как один в этих тысячах чувствуется тоже есть, потому что действительно, как когда бы я ни заходила, всегда супер оживленно и на кассе. И вот даже Саша меня один раз проводила какую-то специальную кассу, соответственно, чтобы не стоять в очереди. И средний чек — это 13 тысяч рублей. Но, кстати, вот тоже интересно, потому что это такой прямо, ну, уверенный middle, да, наверное, middle-up сейчас. Тут нужно понимать, да, что у нас есть условно бижутерия, аксессуары, которые могут стартовать от 500 рублей, и там верхняя одежда, которая десятками тысяч исчисляется, да, средний чек, соответственно, сезонность играет роль. Когда мы говорим о среднем чеке, он реально очень средний по больнице, в нашем случае по универмагу, вот, потому что с момента как раз, когда изменения в Trend Island начались вот два с небольшим года назад. У нас растет и трафик, у нас растет и средний чек. То есть вот мы как раз в этом году празднуем 7 лет универмагу, и мы проводили аналитику, и оказалось, что в момент, когда уходили бренды или приостанавливали свою деятельность, у нас был, конечно же, ажиотажный рост. Но когда мы начинаем сравнивать год к году уже с более-менее стабильным, да, какими-то цифрами, мы понимаем, что трафик при этом не упал, средний чек у нас не упал, и мы говорим о показателях там, 40-60% роста, да, трафика уже к более-менее каким-то нормальным цифрам, которые мы видели в прошлом году, там, летом и осенью. То есть здесь, при том, что бренды вернулись, да, и ассортименты, с которого можно выбирать сейчас, он, конечно же, шире, чем тот, который мы видели в 2022 году. Вот, это все благодаря тому, что вот работает команда, работают бренды сами непосредственно. Здесь действительно общий вклад. Вот, и подборка этих брендов основывается именно на этом. На том, что ребята придут и будут работать. Да, не просто сидеть на трафике и ждать, когда мы нагоним им людей, когда мы для них что-то сделаем, когда мы их продвинем. А все-таки мы будем делать это вместе. Да? То есть, когда у нас будут материалы. Потому что в какой-то момент, опять же, возвращаясь к тому, как идет отбор, у нас были такие веселые дни, когда люди просто приезжают с пакетами,
стоят около дверей офиса, да. А кому показать, чтобы сюда встать, говорят они. Мы просто с всей командой, ну покажите, ну хорошо, вы молодцы, да. Успех там через условно 30 лет, скажите, а как начиналась ваша империя? Я как-то приехал с пакетом. Меня не взяли, тогда я решил, я докажу им, что я... И вот теперь... Да, ну вот вопросы про 14 тысяч квадратных метров, и да, Trend Island сильно увеличился, то есть постоянно происходит захват территории, как мы тут уже объяснили. Безусловно. Вот, да, то есть правильно я понимаю, что сейчас как-то даже идеологически, визуально у универмага две части, да, которые как-то там разные. Да, прокомментировать изначально, как это было. В 2016 году открылась первая часть, она называлась Underground, Street Style и так далее. Мы понимали, что стиль, в котором построен на первой части, это индастриал. Это бетон, это все такое серое, темное, то есть металл, дерево, это, конечно, индастриал. В этих, скажем так, в этих декорациях работает стрит. Стрит-одежда. Она хорошо там позиционируется, при этом если туда повесить, например, какой-нибудь Yves Saint Laurent или бренд, который работает в сегменте Contemporary Woman, да, то есть он там выглядит довольно неуместно. И мы с этим столкнулись в 2017 году, когда мы уже начали раскачиваться. И запрос от брендов рос, мы видели потенциал площадки, и уже в 2018 году была открыта вторая часть, которая именно закрывала потребность вот тех брендов, работающих не в стиле стрит и андеграунд. Таким образом, мы разделили для себя концептуально Trend Island на две части. Первая часть, она больше стритовая, вторая часть, она больше такая девчачья, легкая, воздушная. А сейчас как-то парфюмы одинаковые или там... Мы видно, все время... У нас есть вообще чат, в котором мы... Да, как Твикс. Вот, мы видим цифры. Это очень интересное, конечно, сравнение, которое мы наблюдаем уже несколько лет. Когда мы запустили реновацию, скажем так, второго Trend Island с точки зрения микса брендов, он, конечно же, сразу обогнал часть первую. Но нужно еще понимать по метрам, потому что, то есть, Trend Island второй, он был больше с 2020-21 года. Его площадь расширилась на зону белья, на зону Home и так далее, да, а Trend Island первый, он как бы оставался в своем периметре, только в 2019 году расширился на зону лофт, это вот там, где оранжевая примерочная, если кто-то там был из наших зрителей, то, наверное, понимает, о чем идет речь, там было плюс 700 метров к 4000, условно говоря, и если сравнивать по метрам, то это было так, в Trend Island в первом их было меньше, где-то процентов на 15, может быть, там 20, а Trend Island второй, он был чуть побольше, но при этом отрыв был сначала на 30% от первого. А потом, когда вся команда направила свой взор на первую часть, ну, то есть там, соответственно, стали происходить глобальные перемены в миксе брендов, в архитектурной части очень многие вещи были усовершенствованы, а цифры сразу начали там подрастать. Сейчас, когда открылась еще одна часть вместо ушедшего одного арендатора из авиапарка, мы эту часть, собственно говоря, присоединили к основной части Trend Island, да, получается, в TI-1. Теперь площадь первого Trend Island порядка 5500 метров, и, конечно же, там цифры больше. Ну, то есть, если сравнивать со вторым, то теперь, наверное, как бы разница не такая большая, но интерес сейчас в первой части у аудитории, скажем так, он повысился, и цифры увеличились. Сейчас вся команда идет опять во вторую часть. Там сейчас будут глобальные перемены, связанные с формированием обувной зоны. У нас там будут, скажем так, уже успешные бренды, некоторые делают свой собственный дизайн-проект. И он будет, опять же, улучшаться с точки зрения, то есть, визуального ряда, ну и микса брендов тоже. Будем смотреть. Это постоянная конкуренция. Да, такие вещи, да, все время? Да, мы выравнивали такой небольшой, да, 30% условно, плюс-минус, вот они такие бродящие у нас, в том смысле, что когда была пора
CI2, аудитория была другая, да, то есть она была чуть-чуть старше, да, то есть это женщины 30-45, то, что мы видели, по крайней мере, по нашей системе лояльности, вот, и когда зашла речь о нововведениях, которые мы должны делать в новой части, стало понятно, что мы немножечко должны освежить нашу аудиторию, да простят меня наши гости и покупатели, я терминами такими оперирую, соответственно, мы работали именно в том направлении, чтобы показать, что именно для молодых людей есть что приобрести, есть бренды, которые будут им интересны. Потому что, конечно же, с момента открытия Trend Island в 2016 году к 2022, эта аудитория, которой было там 20-25 плюс 5-6-7 лет, да, она немножко повзрослела. И нам нужно было вот эту свежую кровь привлечь. Соответственно, благодаря миксу брендов, благодаря тому, что мы внутри с нашим маркетингом начали несколько иначе работать, мы как раз этого и добились, да, то есть когда мы показываем цифры как раз по срезу аудитории, когда мы смотрим на то, сколько тем людям, которые к нам приходят, на самом деле все немножко сложнее иначе, да, потому что у нас есть и подростки, начиная там с 11 лет и заканчивая мамой и дочкой, которые одновременно могут шопиться, да, покупать вещи, соответственно, им там за 65 и даже больше. Страшный сон маркетолога, да. 18-65. Ну, вот, я знаю, что вы внутри тоже, наверное, тоже внешне так воспринимается Trend Island, это как такая некая площадка, трамплин как раз, да, для молодых брендов. Это их иногда путевка в такой серьезный, взрослый уже бизнес. И именно поэтому и мы там, да, рады нашему партнерству, потому что мы понимаем, что с точки зрения даже изначальных каких-то ожиданий, это действительно шанс для молодых брендов. Вот тогда расскажите подробнее, какие есть условия у брендов, да, как вы с ними работаете, чтобы тоже наши зрители сейчас изначально понимали, какие есть форматы сотрудничества с вами, как с площадкой. Trend Island сочетает в себе, наверное, все известные на сегодняшний день вообще возможности сотрудничества на коммерческой основе. Первое — это аренда, это классика. Аренда — это у нас, конечно же, не одежда, это скорее сервис. Все, что касается кафе, это Double B, это Surf Coffee, в том числе Республика, всем известная, стоит на договоре аренды. Ну, еще ряд, скажем так, арендаторов, которые работают по классической схеме. Это своя касса, своя аудитория, просто в рамках, скажем так, универмага. Второй, самый распространенный способ, скажем так, взаимодействовать с нами — это комиссия. Но комиссия не в классической, скажем так, форме, а комиссия, когда универмаг предоставляет получается, уже не арендатору, а комитенту, да. Он предоставляет, то есть периметр, в котором комитент самостоятельно организовывает свою коммерческую деятельность. Но под нашим пристальным надсмотром, скажем так, потому что договор комиссии, который мы подписываем с брендами, он предполагает влияние площадки на все операционные процессы бренда. Мы при этом оказываем услугу, самую главную, это расчетно-кассовое обслуживание, охрана, уборка, торговое оборудование, свет, все, а склад идет как отдельное условие, это аренда внутри договор комиссии. В прошлом году мы запустили еще один вид сотрудничества, это реализация. Реализация — это уже как раз та самая классическая комиссия, когда партнер передает площадке свой продукт. Мы его принимаем, уже под ключ несем ответственность, это приемка, алармирование, тикетирование, все, что касается учета товара, и продаем, собственно говоря, своими силами с нашими продавцами. Просто перечисляем валовый оборот комитету раз в 10 дней, отчитываемся документацией соответствующей, и все счастливы. Там, конечно, процент повыше, потому что мы на себя берем определенные издержки. А совсем недавно мы попробовали еще один формат. Это классический поп-ап, который использует там Цветной и другие площадки. Как вообще родилась эта идея? Очень много запросов приходит от брендов, на которые мы не можем отреагировать, то есть положительно, потому что площадка не помещает всех. При этом приходят интересные бренды, которые присылают нормальные презентации. То есть мы готовы рассматривать такой бренд у себя, но мы, как правило, встречаемся, нам все очень нравится, мы кусаем локти и говорим: мы вас поставим в лист ожидания. Это, конечно, всегда всех немножко расстраивает, потому что хочется завтра. При этом у нас есть площадки, которые не являются корнерами, но при этом они достаточно большие, и островки, которые посередине, то есть на пересечении потоков клиентов, если смотреть на
на карту Тренд-Айленда в навигации есть такие прям, то есть пересекательные, скажем так, места, и мы решили их использовать под поп-апы, но не просто там поставить рейлы, да, а действительно, если уж мы идем в эту историю, нам хочется увидеть потенциал брендов, а у брендов появляется возможность этот потенциал показать. Собственно говоря, у них появляется 8-10 квадратных метров, на которых они могут рассказать про себя клиенту максимально качественно. Что я имею в виду? Это значит дизайн-проект, это вложение в, ну, в какой-то капекс, это какое-то оборудование, то есть это не просто поставить там рейлы с одеждой. И появляется история, то есть есть возможность проследить ДНК бренда вот на этом островочке. Это как будто репетиция перед как будто совершенно бы большим магазином. Они ставятся вы продавца, зачастую стоят сами, рассказывают клиенту. Что мы увидели? Мы увидели, что с этих 8-10 метров практически все поп-апы, с которыми мы уже успели поработать за последних там, 2-3 месяца, да, Саш? То есть коммерчески они оказались иногда в середине, а иногда и ближе к топу, потому что люди настолько старались и продолжают это делать, что цифры нас, конечно, ну, ошеломили. То есть вот этот вот вид, еще один вид сотрудничества помог нам раскрыть потенциал быстро в течение того, что поп-ап ставится на месяц. И у тебя есть 30 дней, чтобы показать, кто ты. Нам показать, площадке показать. И, конечно, энергообмен совершенно другой. То есть не просто, когда вот у тебя площадка, все, я подписал договор с Тренд-Айлендом, и это на 11 месяцев можно расслабиться. Здесь не так, здесь у тебя всего месяц, но за этот месяц ты можешь там себе показать, как ты вообще, что ты себе представляешь. Мы очень довольны этим видом сотрудничества, правда, он успешен оказался для обеих сторон, что важно, чтобы не было негатива. Там, например, площадка отдана за какие-то деньги, то есть ее взял бренд, отстоял на ней и говорит, ну, блин, я отдал деньги, а ничего не заработал. Такого не происходит, все зарабатывают, мы счастливы, все счастливы, как говорится. А еще... Идеально. Вообще, мэтч. А, еще один вид сотрудничества. Я тоже хочу быстрее октябрь, потому что мне так хочется. Ой, я тоже хочу быстрее октябрь. Нет, отпуск, мне кажется, в октябре, но не этого года. Вот. Еще один вид сотрудничества, с которым мы запускаем, давайте говорить, наверное, так, запускаем в процессе, это наш маркетплейс. Это как построить еще один универмаг, а мне кажется, как построить... какой-то спутник, который надо отправить в космос, потому что мы в этом немножко первопроходцы. Это да? Про онлайн сейчас? Про онлайн. То есть marketplace мы имеем в виду, что это не интернет-магазин, потому что все-таки сравнивать то, что мы сделали с интернет-магазином, это не очень правильно. Интернет-магазин — это когда у тебя есть продукт твой, да, онлайн-витрина. Здесь мы оператор, который объединяет так же, как, собственно, и любая площадка, известная всем. Их сейчас много, да, там в тот же Wildberries, LaModa. Это, то есть marketplace, который соединяет, объединяют внутри себя ряд брендов и их, собственно, продают. Нам нужно было придумать и создать такую же структуру, но только у нас есть офлайн уже готовый. Нам нужно было на базе офлайна создать онлайн, который бы позволил нам подключать всех тех, кто не входит в офлайн. Более того, еще реализация, комиссия, все вот эти юридические тонкости, которых оказалось более чем достаточно. Мы их довольно успешно все преодолели, победили. Запустили сначала с реализацией, ну, то есть мы сейчас тестируем, мы не анонсируем широко этот способ реализации продукта, потому что он находится все-таки на базе, еще на этапе тестирования, но уже совсем скоро, я думаю, что этой осенью мы заявим уже широко, когда все подкрутим под это и уже начнем работать в полную мощность. То есть у нас получается вот такие вот аренда, комиссия, реализация, поп-ап и marketplace. Ну, в общем, на самом деле, да, просто абсолютно как меню выбираешь, какой удобный формат. А можно даже без соли. Да. Да, ну тут как раз, Коль, вот то, что ты говорил, да, то, что, наверное, и нас как раз фотографии тоже про это говорят, что я как понимаю, что сейчас бренды в любом случае и свой ритейл, пусть даже не часть универмага, все равно трансформируют как некий канал коммуникации, да, поэтому наверняка там чем интереснее концепция, чем она ярко выраженная, то и больше внимания на нее обращают
клиенты в том числе. Это верно. Мы что увидели? Что такое комьюнити вообще? Что такое универмаг? Это микромир, в котором живут люди, которые друг на друга все время смотрят. Один сделал, а хочется сделать лучше. Это такая здоровая конкуренция, поэтому одно время мы не... То есть, если взять, например, формат 2018 года Trend Island, мы не позволяли, особо не позволяли комитентам внедряться, скажем так, архитектурно в концепцию Trend Island. Это было связано с тем, что еще были люди не готовы. То есть мы понимали, что не финансово готовы. Что такое, когда человек готов? Это когда у него есть возможность финансовая, и уже есть опыт какой-то, допустим, за плечами на других площадках, сделать классную какую-то историю у нас внутри, не нарушая вот этого пространства и уже существующего баланса. Поэтому этого не было. Со временем мы понимали, что обороты у брендов растут, у них уже есть насмотренность, есть какой-то опыт, и мы начали экспериментировать. Мы поняли, для того, чтобы оживить площадку, необходимо, чтобы те, скажем так, пассажиры, те бренды, с которыми мы едем в этом поезде, они смогли себя проявлять, чтобы их внутренний мир, скажем так, то, к чему они стремятся, было, чтобы это можно было увидеть, собственно говоря, в их реализации. Мы начали пробовать сначала самых сильных, самых успешных, и постепенно стали доверять уже остальным и как бы экспериментировать вместе с ними. Есть, например, те бренды, которые стоят на площадях, которые мы тоже хотели то есть преображать, и мы с ними совместно заходим в какие-то глобальные истории преображения. А есть, например, бренды, которые стоят на маленьких площадях, и у них классные дизайн-проекты. Мы согласовываем им их капекс, они заходят со своим подрядчиком, либо с нашим, и меняют, опять же, пространство. Но это все происходит с нашего согласования. Нам очень важно, чтобы общий вид универмага не изменился. Так что сейчас мы можем видеть самое разное многообразие. Ты как будто бы... То есть стен нет визуально, но по факту ты понимаешь, что ты переходишь из одного настроения в другое. Саша, вот скажи, наверное, тоже еще, такой будет один из самых популярных наверняка запросов, как понравится, есть ли какой-то, рецепт, одно время, наверное, были какие-то ит-вещи, делаешь ты худи, все, берем, ждем всех производителей худи. Какие есть критерии у бренда, чтобы даже на этапе, допустим, когда есть какой-то первоначальный осмотр заявки, внутри для себя ставили крестики, что класс, нужно обязательно встретиться и обсудить. Да, мы уже несколько раз сегодня проговорили, что прежде всего это должна быть грамотно оформленная заявка с максимальным количеством информации, которые на данном этапе основатели бренда могут о себе рассказать. Понятно, что если вы начинаете только, то, скорее всего, это будет сложно, но, тем не менее, как раз на курсах Fashion Factory этому всему учат, и если информации не хватает, то можно всегда эти знания подтянуть, да? Именно о презентации собственного бренда. Второй момент – это операционка, которая оценивает как раз во время личных встреч наша команда, когда мы должны понять вообще, есть ли возможности по логистике, по доставке товара, возможности быстрого подсорта, да, потому что у нас бывали случаи, когда бренд нам очень нравится, когда мы даем квадратные метры, за выходные случается какой-то головокружительный успех, а дальше, соответственно, мы ждем, еще 3 недели, пока будет дополнительная поставка, потому что бренд оказался таким результатом не готов. Да? Универмаг, к сожалению, достаточно быстро развивается. И к несчастью для тех брендов, которые к этому не готовы. Да, соответственно, мы не можем очень долго ждать. Нам нужно, чтобы реакция на любые изменения, которые случаются, была, если не молниеносной, то максимально оперативной. Да? Если у нас с вами сегодня 20 градусов тепла, завтра вдруг дождь и -1, хотя бы случается, бренд должен, соответственно, оперативно отреагировать. Да, убрать летний ассортимент, добавить там куртки, пуховики, трикотаж и так далее, и так далее. Вот, и свой корнер таким образом подготовить.
Это основные моменты, которыми как раз занимается Дмитрий, которого мы сегодня вспоминаем неоднократно. Легендарный Дмитрий Комов. Одно окно. Да. С моей стороны, соответственно, когда мы рассматриваем бренды, которые подают заявки, мы смотрим на, как минимум, социальные сети. Мы смотрим, насколько они уже развиты или развиваются, если есть какие-то упоминания в СМИ. Да, потому что есть, в принципе, небольшие бренды, которые на рынке уже долгий период и, в общем-то, остаются там в рамках Инстаграм своих аккаунтов. Нельзя грамм, нужно говорить теперь, извините. Да, подпишите, пожалуйста, потом. Или там в рамках, условно, интернет-магазина, да, то есть они еще не имели или не хотели выходить в розницу, и теперь такое желание у них появилось. Да, мы понимаем, что это узнаваемый бренд, и, в принципе, аудитория наша будет готова с ним контактировать, будет готова его покупать. Это для них становится, ну, для тех брендов, которые как раз присутствовали только онлайн, такой опции пощупать непосредственно офлайн-ритейл и посмотреть, насколько они могут существовать вместе. Такое иногда бывает неожиданностью, но не все интернет-магазины выживают в офлайне, да, опять же, за счет очень многих факторов, скажем так. А вот просто, наверное, последний вопрос, будем уже передавать слово Лене обратно, а вот какой-то, ну, все равно какой-то it-продукт, да, сейчас есть, там, я не знаю, что супер, как вы считаете, на опыте вот сейчас ждут клиенты, потому что, например, там, ну, у нас в школе мы тоже получаем запросы, не знаю, спортивные бренды вроде бы ушли, их нужно, или мужские больше, ну, или... Конечно, да. Мужские бренды, конечно же, сейчас находятся не в таком положении, как женские, то есть их намного меньше, это первое. То есть, конечно, что это плюс-сайз, это мужские бренды, но мой, на самом деле, совет всем дизайнерам, которые нас сейчас смотрят. Я получаю примерно в неделю звонков 30, наверное, от людей, которые вдруг решают, что они хотят шить одежду. У меня главный вопрос, который я задаю этим людям, вы понимаете, для кого конкретно вы будете делать этот продукт? Очень важно на этапе до старта всех действий лишних, каких-то ненужных, вообще увидеть своего клиента, не вот эта вот девушка 25-45 лет. Джинс-мегаполис. Да, успешная. Действительно понять, какие ценности у этого человека, совпадаете ли вы с этими ценностями, какие увлечения, куда этот человек ходит, в каких ресторанах он бывает, то есть кто эта категория людей, во что там одеваются люди, и вот им предложить то, чего им не хватает. Потому что ведь, например, пообщавшись с теми же ребятами, не хватает всем джинс. Их нет. Нормальных джинс нет. Есть там джинсы, которые сейчас делают российские бренды, ну, скажем так, ну, не идеальный, да, но качественный, но это ценник. Угу. Ценник 15-17 тысяч рублей, но это не скажем так, middle, да, это не 7 и не 8. Угу. То есть вот ниш достаточно много, в которых просадка, они непростые, да, но если вы увидите до того, как вы начнете делать какие-то движения своего клиента, чем он живет, и что вы конкретно можете ему предложить, чтобы его жизнь облегчить, и это поставить в главную цель вообще бренда, тогда все остальное будет складываться. Если говорить про то, что вот я сейчас делаю модный бренд, а дальше просто пустота и шум, и вы вот просто будете слушать, копировать, что кто-то что-то сделал, как правило, это будет еще один бренд, no name, который, то есть нет идеи, нет вот этой идеи сделать что-то полезное, потому что одежда все-таки это польза, да, то есть человек ее надевает, он считывает все, то есть этот посыл мгновенно, когда о нем позаботились в деталях, в качестве, в швах, в посадке, это чувствуется уже в примерочной, и дальше человек начинает гуглить, искать Яндексить, извините, искать, кто этот бренд, соответственно, что за этим стоит, ему становится интересно быть сопричастным. Если еще есть одна минута, я расскажу быстро про одну историю. В Ростове познакомился с ребятами, пришли ко мне навстречу, ну, как ростовский бренд, два, ну, скажем так, не парня, один прям уже такой мужчина взрослый, а другой прям парень.
говорит, ну, у нас такой бренд классный, вот мы так шьем. Я говорю, ну, мужской. У меня сразу интересно, потому что мужского мало. Я смотрю, они приносят мне в презент футболку, она очень высокого качества, то есть там хлопок категории пятерка, но кто разбирается, тот понимает, что это прям плотность, это очень, это прям все отличный принт. Я понимаю, что потенциал колоссальный. То есть один человек просто отличный производственник, второй очень, то есть креативный, который спускает идеи. Они соединились с бренд Scandalous, который я заметил тогда, я им дал возможность еще там на одной своей площадке развиваться, и потом мы их в Москву пригласили в Трант-Айленд. Они показали колоссальные цифры на 27 метрах в первый же месяц. Сейчас они во всех известных площадках офлайн стоят. Очень хорошие обороты везде, потому что, правда, люди просто подумали, что, ребята, мне во что одеваться, не в casual, не ушедшая Массимо Дутти, а именно вот тот самый спорт, фэшн, что-то такое обычное, обыденное, но на высокого качества, стильное, то, что подходит в гардероб современного, даже не модника, а просто парня, да, и они попали. Они просто делают очень качественный продукт за вменяемый, очень важный еще вменяемый прайс, потому что многие себя начинают оценивать, вот, ну, я же, ну, еще не Гуччи, конечно, но уже где-то, вот, где-то рядом. Поэтому, а сколько Гуччи стоит? Так, 74 тысячи. Ну, 73 нормально, я сделаю скидку. И чтобы так тоже не происходило, адекватно оценивать. Люди покупают, если качественно и доступно, и тогда обороты будут сильно больше, и вы просто на обороте заработаете, а не на одной продаже. Вот это, наверное, все, что я хочу сказать. Что, Лен, рецептов таких универсальных нету, все стандартно в плане классная ниша, точное позиционирование, хорошее качество и адекватная цена. В принципе, мне кажется, и все, и дальше вы в Трант-Айленде, верно? Тут, на самом деле, уже много вопросов, мы сейчас еще к ним вернемся, я расскажу про... Мы закончили, да, правильно я поняла? Да, я тогда расскажу про наш курс Fashion Impulse Pro, о котором вначале упоминала, и потом вернемся к вопросам. Я вижу, что они уже есть. Пишите, пожалуйста, еще, как раз у вас есть время подумать и что-то придумать, спросить у коллег. Итак, курс Fashion Impulse Pro – это наш флагманский курс школы Fashion Factory, который специально создан для всех тех, кто хочет создать свой модный бренд. Он рассчитан на 4 месяца, и за это время вы получаете все необходимые знания и навыки для того, чтобы, собственно, создать свой бренд. Курс подойдет всем тем, кто хочет создать свой бренд одежды, также, возможно, бренд белья, обуви или аксессуаров. Программа очень насыщенная, у вас будет более 140 часов лекций, и вы познакомитесь с более чем 30 лекторами, то есть профессионалами из модной индустрии. Программа поделена на 4 модуля. В конце первого модуля вы определите свою позицию на рынке, позицию своего бренда, определите нишу на рынке, конкурентные преимущества и ценовой сегмент. После второго блока вы узнаете все про управление производством коллекции и ассортиментом. Третий блок посвящен продвижениям, продажам и инструментам SMM и пиара. И четвертый блок будет посвящен финансовым и юридическим вопросам модного бизнеса. Про Трант-Айленд сегодня мы много говорили, в принципе, Аня уже в начале тоже сказала про сотрудничество нашей школы с Трант-Айлендом. Еще раз повторю, что у выпускников наших брендов есть возможность подать заявку на размещение в нашем поп-апе от Fashion Factory School. Там есть определенные условия, насколько я знаю, о них детальнее можно уточнить у наших менеджеров, можете оставить заявку, с вами свяжутся, и вы можете задать дальше уже детальные все вопросы по курсу, но в любом случае шанс будет у каждого. А также в рамках курса у вас будет встреча с байерами Трант-Айленда, с которыми вы также вы сегодня уже частично узнали информацию о том, как попасть в Трант-Айленд. Там в рамках курса у вас будет прям встреча, вы придете в Трант-Айленд, пообщаетесь, и я вижу, что сейчас, например, у вас много вопросов, а вот в рамках курса их можно будет тут у вас, ну, возможно, я не возьму именно ваш вопрос, а там вы прям сможете схватить человека и спросить. Вот. Можно не хватать, но, в общем-то, да. Будет больше шансов, что именно на ваш вопрос ответят. Также в рамках курса у нас есть встреча с основателями брендов, например, с Алисой Бохой, основательницей бренда Monochrome, с Таней Фомичевой, основательницей бренда Studio 29. С ней, кстати, была лекция у нас позавчера как раз в рамках онлайн-интенсива. А еще у нас теперь еще есть встреча с Александрой Жарковой. Она не основатель своего бренда одежды, но она известный основатель своего коммуникационного агентства Setters, инфлюенсер, думаю, тоже с деятельностью Саши многие знакомы. Еще у нас проходит в рамках курса встреча с основательницей бренда Awesome Tussom, основателем и дизайнером бренда Катя Ерохина и сооснователем бренда Sleep.
Еще из бонусов, которые у нас появились совсем недавно и будут в рамках вот всех последующих потоков, это специальный приз лучшему студенту. Лучший студент получит возможность прийти в офис бренда Studio 29 и получить консультацию лично от Тани Фомичевой, основательницы бренда, с ней пообщаться. В общем, она персонально уделит вам внимание и покажет еще свой офис. А еще один бонус лучшему студенту будет от агентства Setters, как раз которое основала Саша Жаркова. Вам проведут страт-сессию по вашей бренд-стратегии. Итак, вообще работать над своим брендом вы сможете уже во время обучения, все знания сразу сможете применять на практике. В этом вам также поможет то, что вы с собой заберете, например, шаблон расчета бизнес-плана, подборку швейных производств, что важно, особенно если вы в начале пути, чтобы не наткнуться на недобросовестных подрядчиков. Я думаю, что если вы уже начали свой бренд, вы уже сталкивались с такими поставщиками. Ну вот здесь мы стараемся помочь вам это избежать. И также получите подборку поставщиков тканей. Как итог, запустить бренд, свой бренд вы сможете в целом уже во время обучения. У нас есть такие кейсы, да, действительно, даже в течение 4 месяца кто-то уже успевает создать бренд. Потому что для этого у вас будет четкий, понятный алгоритм действий для каждого бизнес-процесса, контакты, чек-листы и образцы документов. Хочется поделиться несколькими результатами наших выпускников. Вот, например, Юля приходила на курс, ну, собственно, с целью создать свой бренд. У нее уже были какие-то знания, какие-то навыки, но не было какой-то общей структуры. И благодаря курсу она скомпилировала все знания, получила новые и смогла создать свой бренд Life Emotion Tell. Результат можете видеть на экране. Еще одна наша выпускница Оксана, она приходила с четкой целью создать бренд свадебной моды. И благодаря курсу тоже у нее получилось его создать. Она стала сотрудничать с шоурумами и получила публикации в таких известных изданиях, как Vogue и Glamour. Как же проходит обучение? У нас есть очные занятия в школе в центре Москвы, плюс онлайн-лекции. В целом вы можете учиться из любой точки мира, не обязательно находиться в Москве и даже в целом в России. У нас учатся студенты вообще из разных стран, с разных континентов, потому что в целом все наши лекции транслируются в онлайне. И плюс всегда, конечно, можно посмотреть в записи, если вы не можете подключиться к онлайн-лекции. Как я уже сказала, у вас будут лекции, практика, она будет заключаться в том, что после каждого занятия у вас будут домашние задания, и вы будете всегда получать по ним фидбэк от преподавателей. Будет куратор на курсе, который всегда будет с вами на связи, поможет, проконсультирует. И у вас будет 2 защиты проекта в середине и в конце курса. По результатам как раз вот 2-й, уже последней защиты будет определяться лучший студент, получать вот те бонусы, о которых я говорила ранее. И вот еще один супербонус – это грант в размере 200 тысяч рублей, который тоже сможет получить лучший студент. Мы понимаем, что создание бренда – это достаточно дорогостоящая история, и вот хотим тем самым вас поддержать вот таким вот грантом. Выбирать всех лучших студентов будут наши эксперты, эксперты практики, все наши преподаватели имеют очень большой опыт в модной индустрии. Часть лекторов вы можете видеть здесь сейчас на экране. Их очень большое количество у нас на этом курсе. Более детально про каждого можете почитать на нашей странице Fashion Factory School, на странице курса. Прям про каждого можете почитать, там очень много информации. Ну вот часть лекторов сейчас перед вами. Итак, старт ближайшего потока курса уже совсем скоро, 19 сентября. У вас есть возможность присоединиться по самой выгодной стоимости. Сейчас действует скидка 35%. Плюс, как я говорила в начале, тем, кто остался с нами до конца, мы дарим еще дополнительную скидку 10% на любой наш курс, в том числе на импульс. Поэтому оставляйте заявку по ссылке, которая сейчас должна быть в чате, либо вы можете нажать на красный баннер под трансляцией, и также вы перейдете на страницу, где можете оставить заявку. То есть это не страница оплаты, вы просто оставляете заявку, с вами менеджер связывается, вы можете спросить про другие курсы, также оставить заявку на другой курс, и в том числе получите эту скидку 10%, она за вами зафиксируется. Если какие-то есть вопросы по курсу, вот вижу, кто-то написал, что уже купил и оплатил. Здорово, ждем встречи. Если есть вопросы по курсу, тоже можете сейчас написать в чате, а я предлагаю перейти к вопросам по нашей сегодняшней лекции. Я готовы? Никогда не хотела свой бренд, уже хочу в процессе с Сашей. Заодно.
Да. Так, вот первое, что очень много писали в процессе, как вы рассказывали, про то, что вы как раз сказали, что нужно, чтобы была хорошая презентация и так далее. Вот спрашивают, есть ли какой-то ТЗ и четкий шаблон. Или человек должен сам как-то придумать. Да, второе, на курсе Fashion Factory этому учат. Ребят, во-первых. Ну, правда. Нет, конечно. Ну, мы же оцениваем, смотрите, вы делаете первый шаг к нам, и мы его уже тоже оцениваем. То есть мы понимаем, что это... Давайте сейчас прямо с самого начала. Универмаг – это нестандартный способ зайти в торговый центр. Это способ, при котором две стороны взаимодействуют. Если вы не продаете, мы не зарабатываем. То есть вы наш партнер, мы ваш партнер. Мы оцениваем партнера с первых шагов к нам. То есть к нам человек пришел, мы понимаем, о, у человека есть действительно там видение, есть возможность сделать презентацию. То есть есть понимание, как ее собрать. Соответственно, у нас будут правильные лукбуки, хорошие фотографии. То есть мы видим, как это уже сейчас. Если мы видим в сообщении три строчки без имени даже, кто к нам пишет, нам все понятно. То есть мы же сразу проецируем на то, как мы будем коммуницировать с этим брендом дальше. У нас есть несколько отделов: операционка, маркетинг там, и так далее, которые все направляют свои запросы. И как быстро эти запросы там обрабатываются, эти ответы, на которые мы получаем, мы понимаем, что мы так и будем дальше с этим брендом взаимодействовать. Поэтому если мы получаем объемное письмо, в котором все четко, структурно, понятно, без воды, мы понимаем, что за этим письмом стоит человек, который правда способен на какие-то уже такие, ну, ощутимые, да, какие-то идеи для бизнеса. Вот. Мы их, конечно, поддерживаем, и с таким человеком всегда встречаемся. То есть нужно, как, например, в подаче заявки на вакансию какую-то, продать себя, так скажем, презентовать себя. Что вот мы сидим и ждем вот в этой очереди заявки. Правда, ребят, заявок очень много. Я понимаю, что сейчас, может, мы там как бы звучим не очень, но как есть. Мы заявок... А не пойду, а не хочу. Нет, дело, дело не в этом. Вы то есть поймите, Trend Island таким же стал не просто так. То есть мы действительно отбираем лучших, тех, кто вкладывает в проект свою душу, свою энергию. А те, кто сидел на потоке этой энергии, то есть просто на потоке людей, которых мы привели, ну, мы с ними в прошлом году практически со всеми расстались. Ну, вот я в дополнение просто еще раз скажу, буквально пару слов. Когда Коля говорит, что команда отсматривает, мы действительно получаем все эти письма, да, и мы смотрим вместе, то есть там те, кто выбирают бренды, я смотрю, и у меня часто случается, что я... А там пришло письмо, очень красивое, уже завтра с ними встречаемся. Вот в таком формате, да, то есть ребята, которые действительно ждут неделями, не предпринимая никаких шагов, ожидая просто, что мы пришлем стоимость рейла, которая у нас, как вы понимаете, сегодняшней презентации не существует, потому что это всегда индивидуальный подход, да, к каждому нашему партнеру, так сказать. А есть текст, с кем мы вот готовы буквально на следующий день уже идти разговаривать и идти навстречу до такой степени, что впускать, вот несмотря на тот список ожиданий, да, который у нас существует. Потому что мы понимаем, что, опять же, вот сейчас среди тех форматов, которые в универмаге существуют, мы максимально выработали широкую сетку, которая вот молодой, яркий, сильный бренд, амбициозный, может пустить к нам. Да? То есть двери не закрыты. Мы реально открыты к общению, мы хотим видеть эти бренды, и мы готовы их пускать, потому что, ну, все развиваются, да, кто-то, наоборот, набирает силы, а кто-то иногда уходит с рынка. Билетик, благодаря тому, что покупать. Да, да, именно так. Вы поможете. Да. Ну, тут как раз у нас было несколько вопросов по поводу того, что вот там был перечень у нас на слайдах, вот какой должен быть бренд, и что среди всего там увидели, что написано «популярный», по-моему, именно так не было сформулировано, ну, примерно так. А есть ли шанс у молодых брендов? Есть. Так в том-то и дело. Ну, как вы поймите, я сказал в самом начале, значит, не в самом начале, в процессе я сказал, что прям вот что важно, что за человеком стоит, ну, за идеей стоит человек. Если я идею вижу, как идея, ну, это же проект, человек придумал и передал ее, смог показать. Если он смог показать на презентации, он точно ее покажет на том, что он делает на этом продукте. И в этот момент происходит мэтч. То есть мы знакомимся еще не очно, мы знакомимся заочно через презентацию. Если я уже вижу, вот, то есть, смотрю на презентацию и вижу, что она настолько
интересная, крутая, что мне она зашла, прям отклик есть, есть мэтч. Я хочу этого человека увидеть, я хочу с ним пообщаться, там либо я, либо Дима, они встречаются, и дальше происходит вот этот вот, собственно говоря, обмен уже информацией, энергией происходит уже, собственно говоря, сотрудничество, хотя бы оно уже там намечается, он уже их помнит, и как только там появляется возможность куда-то разместить бренд, он сразу же это делает. Ну, и опять же, если есть возможность, бренд открыт к тому, чтобы расти, к тому, чтобы развиваться. У нас сейчас наш собственный маркетинг внутри Trend Island очень активно развивается. Мы работаем с одним из лучших пиар-агентств на сегодняшний день, который также развивает эти бренды, помогает нам развивать эти бренды. Да? То есть мы работаем с большим количеством стилистов, которые берут вещи на съемки, которые одевают клиентов, которые, да, это все носят. Соответственно, бренд из молодого и амбициозного становится как раз популярным. Если, опять же, предыдущие несколько пунктов выполнены, скажем так, да, то есть и те бренды, которые у нас встают на реализацию с одним рейлом, вот мы сейчас на протяжении нескольких, ну, уже теперь года, а так, в принципе, некоторые из них вырастали за несколько месяцев до собственных корнеров, да, и развивали собственную розницу, да, то есть это вот этот как раз путь, который изначально мы и предполагали, что он вот таким образом должен складываться. Так, а есть ли какие-то требования, вот спрашивают по поводу SKU, минимальный порог? Да. Есть. Минимальный, ну, давайте вот прям очень... Минимальный корнер – это 20 квадратных метров, соответственно... Коль, вот сейчас рейлов количество. Давайте, да, я здесь прокомментирую. Корнер. Я даже, наверное, сказал, если мы говорим про корнер на комиссии, когда свой продавец, то, наверное, 25 квадратных метров. 25 квадратных метров предполагает где-то 4-5 рейлов. Длина рейла 120 сантиметров. На каждом рейле помещается 15 единиц товара, ну, там 16 условно. Мы вешаем по 2 единицы на одну SKU, соответственно, на одном рейле 7 SKU. 7 SKU умножаем на 6 там условно рейлом, то есть мы, собственно, получаем то количество SKU, которое нам необходимо в этом корнере разместить. Но мы должны понимать, что нужна глубина, размерная сетка, SML. Да, глубина должна быть, опять же, то есть очень важно иметь сток. То есть, например, если вы эску сегодня продали, если эта вещь популярная, то представьте, сколько еще человек может спросить эску, а ее уже нет. Если это какая-нибудь суббота. Например, если это верхняя одежда, какой-нибудь там прикольный тренч, который вот, ну, продали эску, продали эмку, осталась элька. И человек, и элька висит. И подходит человек, там, 15, и говорит, а есть эска? Нету. А есть эска? Нету. А есть эска? Нету. И так 15 раз. Что происходит у клиента, у клиентов, уже у 15 человек, возникает ощущение, что у нас, ну, есть интересные вещи, но нет их размеров. Это уже негатив, который надо отрабатывать. А он не получает 15 продаж. Что тоже важно. И потом он их не получает, приходит к нам и говорит, что-то продаж маловато. А мы идем к нему в корнер, просто смотрим на эту проблему и понимаем, что вот она. Так у нас вот было недавно с обувью. Я говорю, ребят, ну у вас размерная сетка вообще не бьется. Ну вы не попадаете в размер, просто так получилось, что классная обувь, но размеры, то есть они поехали. Если хочешь купить размер свой, его никогда нет. Обуви как бы стоит, но ее нет. Смотришь на продажи, а у бренда есть одежда и обувь. Да? Одежда продается, обувь, а обувь классная. Я говорю, да вложи ты, я не знаю, там 5 миллионов в закупку, сделай классный вообще закуп. Не знаю, постарайся выровнять вот эту размерную сетку, у тебя обувь, она полетит. Ну, там ценник меняемый, сейчас обуви же вообще мало. Ну, собственно, сейчас сижу в этой обуви. Она стоит вообще меняемых денег. Сделай. Приходится вот такие тоже давать советы. Мы не... Отвечая на ваш вопрос, мы стараемся не перегружать площадку. То есть, если, например, есть рейл 120 сантиметров, то это должно быть, ну, 16 единиц. Если, тем более, это верхняя одежда, то, наверное, даже 14, потому что, ну, она объемная. Исключение в сейл только мы стараемся делать. А вот глубина размерной сетки? Это, ну, вопрос, смотрите, глубина, нет, размерная сетка, ребят, она, это вопрос вообще к вам, лично не ко мне, я же не занимаюсь там отшивом там, одежды, если вы предполагаете, что ваш, например, там, пиджак это SML,
и Excel. Просто кто шьет, сейчас, наверное, на меня смотрит и скажет, да, он сказал то, что есть. Excel и 2 Excel отшить — это вообще другой принцип отшива. Это по-другому. То есть если там SML — это одни лекала, Excel, 2 Excel — это вообще другие лекала. Это, по сути, еще одну вещь отшить, совершенно другую. Это другое производство. Поэтому стараются не делать длинную сетку, потому что это дорого. Если только не какой-то мощный цех. Как правило, многие же бренды не имеют свое производство. Они где-то размещают заказы, им просто отказывают. В больших размерах они, ну, отказывают, отказывают. Поэтому у всех SML. Поэтому, когда приходят покрупнее девушки, они говорят, почему нигде нет Excel? Я отвечаю на этот вопрос. Никто не хочет заморачиваться этим, потому что это дорого, это другой вид производства. Но тут мы опять возвращаемся к тому, что ты уже говорил, что нужно очень четко понимать свою целевую аудиторию. Если, если вы хотите закрыть потребность тех, кто покрупнее, вы идете то есть в другой цех, то есть к другим швеям, размещаете заказ на Excel. Тут просто скорее вопрос, есть ли требования у Тренд-Айленда к тому, чтобы в моем бренде был и S, и M, и L? Или я могу прийти, я говорю, вот я шью только S-ки. Вообще может оверсайз быть. Но это, но это крутые вещи, монохром, да. Шьет там оверсайз. Да, да, ну, какие требования будут к монохрому? Если за этим стоит, там, не знаю, такая стратегия маркетинга, которая перекрывает все остальное, ну пусть будет оверсайз. Мы с удовольствием расскажем, что вы шьете только S, найдем вам клиентов, расскажем об этом всем стилистам. Я никогда не забуду, когда я еще работал в цветном. У нас переходили на Рекоунс девушки, а Рекоунс отшивали трикотажные платья, которые были безразмерные, но не такие были, типа, и они вот там размер типа 2XL, говорили, мне бы эмочку, и вот она в эту эмочку входила, мы понимали, что это упаковка какая-то, а не одежда уже. Вот, ну, то есть, конечно, предлагали там размером больше, но если их не было, то там соглашались на L. Вопрос в том, что если у вас... Если вы не отшили Excel 2 Excel, а у вас есть S и L, то вы целите свою аудиторию S и L, и все, что вы делаете дальше с брендом, оно целится в эту аудиторию. Наверное, ответ такой. Мы не ограничиваем бренд в том, какой размер у них должен быть. Но достаточность товара должна быть соответствующей площадке. И тому товарообороту, который они прогнозируют. Опять же, ребят, когда вы приходите с запросом, у вас должна быть фин-модель. Но эта штука базовая. То есть вы должны посчитать, сколько у вас товара в зале, сколько на складе. И при том, что вы хотите зарабатывать, вы должны понимать свой товарооборот. Если, из чего складывается? Из проданных изделий. То есть вы продали, соответственно, и оно ушло со склада, ушло из зала. То есть надо пополнить. И чем больше продали, тем больше пополнить. Этот цикл очень важно отработать до того, как вы вышли на площадку, чтобы не столкнуться с тем, что все продано, товара нет, а следующая поставка товара возможна только через 3 недели, потому что швея заболела или там одна всего швея где-нибудь в Липецке сидит и не может взять заказ ваш сейчас, потому что у нее там есть в приоритете другие. Это очень часто просто происходит, и это не пример там условно, это реально постоянная проблема многих брендов, и с ней многие, я думаю, сталкиваются. Так, вот еще есть вопрос. Вы берете только бренды middle сегмента или, допустим, бренды из верхней границы низкого сегмента тоже можете взять? И сегмент. Верхняя граница сегмента. Так, это где? Не долетает до дна. Шел в пике, потом решил, что надо опять вверх. А где границы? Тут, смотрите, все упирается в качество, да, то есть, как правило, если мы говорим про сегмент ниже, это всегда ниже ткани, ну, то есть, это всегда дешевле ткань, дешевле пошив, дешевле нитки, и тут мы уже смотрим на качество. Если удалось, например, есть бренд казанский Tom Sawyer, может быть, слышали про них, очень высокого качества продукт с довольно приемлемой ценой, да, она там не совсем масс-маркет, она, может, чуть выше масс-маркета, такой не до middle, скажем так, да, но качество огонь, и стирки, все остальное, оно выдерживает, и здесь мы смотрим на продукт уже, поэтому иногда, практически всегда, когда назначается встреча, мы просим, чтобы принесли показать, что это за продукт. У нас сейчас плавающие границы ценовые. Мы сейчас радуемся, когда недорого, потому что все знают, что сейчас происходит с ценами повсеместно. Поэтому если есть возможность продавать качественный продукт за вменяемые деньги, мы, естественно, не будем упираться и говорить, что это слишком дешево для нашей площадки. Так не произойдет.
Так, ну что, мы, конечно, все вопросы сегодня не успеем ответить, уже будем заканчивать. Если вы хотите что-нибудь сказать, какое-то напутствие нашим зрителям. А мы можем прийти в комментарии и дальше потом, наверное, что-то да, кому-то доответить, ну, если вдруг не хватило. По этой ссылке, скорее всего, мы уже не вернемся. Им их можно потом отдельно написать нам очередной раз на info@trendisland.ru. А, то есть такой один посыл. Я вам рекомендую не слушать много шума, сконцентрироваться на своей идее и просто ей следовать. Никого не слушайте. Если есть внутренний позыв, что нужно что-то сделать для людей качественно, делайте. Не смотрите по сторонам, это всегда размывает фокус, и в итоге получается копипаст. Делайте свое. Это вот, если вы внутри, у вас действительно цель сделать благое дело, то обязательно вас заметят. Это путь определенный, да, может быть, он там непростой, но это самый правильный путь, который вас в итоге приведет к успеху. Наверное, у меня все. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что наш курс Fashion Impulse Pro стартует 19 сентября, совсем скоро. Приглашаем всех присоединиться. Можете оставить заявку по ссылке в чате, либо нажать на красный баннер. Можете оставить заявку, за вами зафиксируется скидка. Видела, опять вопросы были про то, что скидку на другой курс можно ли получить. Тоже просто оставляйте заявку, и менеджеры свяжутся, и уже дальше вас проконсультируют. Большое спасибо всем, что были с нами. Вижу вопрос про ссылку. Сейчас будет, да, сейчас пришлю ссылку, можете нажать на красный баннер. Большое спасибо, что были с нами. Благодарю вас, что пришли. Было очень интересно. Да, приходите на курс и всем хорошего вечера. И приходите в Trend Island. Всем пока, да, и увидимся в нашем поп-апе в октябре. Счастливо. До свидания.